Всем доброго, здоровья и привет, аппетиту. Сейчас кушать с вами Юлия Мишка. Всем привет. Здравствуй, не тряси, Юля. Судорог. Извини, я ничего не вижу из-за тебя. Можешь отойти? Все, спасибо. В общем, игрушка под названием... Эмбер. Да, будем сегодня тушить. Заходи, пожалуйста, внутрь. Тушить, да. Пожары. Чей-то пукан, возможно. Бабка это твой. И внучок снова в строю. Да. Итак... Нам нужно что-то делать. Оу, ничего себе! Так, что нужно? Нужно аккуратно здесь действовать. Так, бабка, я только могу тебя слушать. Юля прошла тут обучение. Так, давай, может, раскинем предмет и пропрыгаем. Давай. Вот берешь предмет, и вот так, хопа. Ой, далековато. Опа, и он типа... Опа. Not bad. Опа. Ты живой? Опа, я там уже. Бабка, шевелись. 9 так. минут, и все сгорит. Все, я здесь. У нас есть много приборов, кто не видел игру. Ой, ой, а, слушай, ой. Погоди, а что тут? А что происходит? Тут по балке нужно пройти. Опа. Слушай, вот это, наверное, потушить надо. Вау. Да, Юль. Да? Здесь нужно это все нафиг потушить. Аккуратнее, здесь провод есть. Да. Слушай, да, ай, скажу тебе небольшой секрет. Тихо. Когда на левую жмешь, оно в разные стороны, на правую тонкая струя, но вдаль, если ты не знала. Окей. Я же прошла обучение. Там такого не было. Меня каштоком тут обдало. А надо это. А надо, да. Все, я выключила. Так, а что здесь? Вот здесь. А, выключатель надо, ё-моё. Да, чё ж ты сразу не сказал? Так есть! Так. Так, ладно, здесь что-то еще. Ой, что-то мне худо как-то. Сюда не надо. Или я наоборот включила, или так. Что? Что я сделала? Дальше что? Бабка, рассказывай. Я не знаю, это не открывается. Кнопку нажму. Нажал? Нажал, да. Так, вырубаем дверь. Тикаем. А что срубил дверь? Все. Идем дальше. Слушай. А вот это что? Там а это надо, чтобы заработало? Снизу ад. Слышишь? Я уже прошел. Или что? Пошли вниз. Там так, просто дверь какая-то интересная. Удалось добраться до лифта, но, в общем, тут провода перерезали. Что туда запустить надо? Что тут горит все? Что-то все плохо, страшно как-то стало. Жесть. Боже мой. Куда мы попали вообще? Не знаю, я на такое не подписывалась. Здесь, к счастью, людей спасать не надо. Так-то да. Но там вот какая-то была интересная дверь. Может быть, там было что-то? Не знаю, я все нанюхался, что хочу просто все потушить и свалить. Смотри, тут бабки или что это такое? Бабки? Какие бабки? Что здесь это? Вот что бабки? Это? Смотри! Нажмите Е, чтобы... Так, ага, понял. Там был сейф, вон. Ты хочешь сейфом заняться? Так, ладно, я пошел. Деньги! Если бабка за деньгами пошла, а куда ты ушла? Я здесь. Внизу, да? Ну, я еще внизу. А, ну все, вижу, ты кучу денег собрала, хорошо. Так, нам нужно... Что такое? Найдите бонусные деньги и все, вот, дополнительно. Короче, нам нужно вот именно потушить отель этот. Тушим. Слушай, оно дальше идет. Вот сюда нам по лестнице. А вот здесь вообще-то вода заканчивается. Да. А как вот ее пополнить? Своими слезами, я не знаю. Спасибо. У меня слез не так много. Так, нашел. Провод обрезался. Как его можно? Фига ты. Металлические предметы проводят электричество. Ага. Бочки. Бочку, точнее. Банку. Тихо. А, Юль, балка была еще. Да, ну вот оно теперь работает. А, работает, все, пошли. Работает, все. А, там что-то открылось. Выдвигаемся. Вот здесь вода, может быть, нет? О, да, да, точно, бери воду. А как? На Е. Ага. Ну что-то... Вот лифт, Юль. Так, что жать-то дальше? Не знаю. Ура! Слушай, больше похоже, как обучение, на самом деле. Так, мы заработали 200 баксов. Слушай, я сейчас... Где из скольки-то мы денег? Итак, молодцы, сейчас пойдем дальше. О, у нас новые локи открылись какие-то. Так, давайте выберем спасение, да, Юль? О, у меня 500 баксов, я могу себе что-то прикупить. Сложно или легко? Давайте пока что легко. Здесь, в общем, мы можем выбрать все какие-нибудь предметы, машин даже можем выбрать. Но оно как-то больно не надо. Можно зайти в магазин, здесь закупиться всякой ерундой. Например, я могу стать настоящим пожарным, себе приобрету. Юль, у меня шлем сменился. А у меня? Я вот с чем на голове хожу? Ты с пустотой. Ага, надо сейчас как-то это напялить. А я? Да тоже у тебя ничего особенного. Эй. Сейчас соберем. Ну и нафига, они, короче, оказывается, предметы только дают этот какой-то пассив. Вот я такая пассив... думала, сейчас как чушка, короче, буду ходить. Ну я и так, конечно, как чушка. Сюда вот. Ну, понимается, сюда о чем вот. Я. Найду и опа... Надо было мне лучше новую тушилку брать, а то я нафига этот костюм взял. Какую-то ерунду. Ладно, теперь все серьезно. О, получите как
чего? Клиентов. Да. Не получите по жопе. Так, тут все развалится. Пошли. Заходим. Так. Ты куда пошла, бабка? Через окно? Через окно. Так, здесь куча мусора. Все, тут горит. Так, выключатель. Розетка. Я тушу. Так, все, выключил. Так, бабка, ты где? Так, и бабка наверху так, где-то. А что я топаю? Если делаю? Что, у нас есть экранчик. О, вижу человека. О, что-то рвануло. Блин, Миша! Тебя подожгло? Да. I'm sorry, там что-то было. Так, вот здесь человек. Так, я тоже нашла. Куда его, куда его, куда его, куда вы... его? А где? Несу. Выходи. Да. Во, так. Иди сюда. Как брать на Е? Ой. Спасла? Клиент в опасности, нет! Ты что там, убить решил, что ли? Ну, такого... скинул немножечко. Ну так, все, теперь все. Лови мужичка. Ой. Все, вроде добрался, я не понимаю. Я не добрался, знаю. Добрался, да. Так, у меня есть лестница. И испробуем ее. Да блин! Все, пошел, 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 пошел. Пицца европейская! Так, пошел дальше. Стоимость. Чпок, пошел, 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 пошел. Прикинь, ее можно с собой, что ли, забрать? Я беру с собой пиццу. Может, лучше... О, боже. Огни, так. Чконь. Пожри пиццу. Так, человек. Вы вернули предмет. Прикинь. Спасаю. То есть я пиццу ему отнесла и... Молодец, конечно, но нам надо спасать человечек. И потом мы вместе поедим. Юля, человека чуть не уничтожил. Да? Можешь вот здесь человека спасти по возможности? Я спустил его. Да, да, спустил. Ну, так вышло. Тетя, нормально все? Тетя там немножечко не рада. Ей пофигу вообще. Даже... У меня стальные булочки. Докинула? Я могу сказать. Да, все. Все, молодец. Так, выключатель вырубаем. Все в порядке. Да. Так, что у нас еще? Так, тут сейф. Так, смотрим. Где люди-то? А, вверх, вверх еще. Где моя лестница? Вот моя лестница. Чкончик. Эй, была лестница? Нет лестницы. Это которую я взял, что ли, перед тобой? Это моя лестница. У тебя есть своя. На четверочек, пожалуйста, используйте свою лестницу. Выключили. Так, а куда я должен-то идти-то? Стойте. Вот здесь человек. Его нужно спасать. Да. Лестница. Чкончик. Вот он. Так. Ой. Чпоньк. Страшно. Чпоньки. Ой. Пошел. Пошел нафиг. Есть. А, слушай, а что нам еще нужно-то? Нам тушить пожар. Бонусные деньги и в зону выхода. Мы все выполнили. Да? Что, да. Серьезно? О, сейчас буду. То есть я бы что, просто так тушил? Ну, слушай, я могу проверить, сколько людей еще осталось. Ой. А, еще что-то пожар. Что-то сломало нафиг. Еще только прикинь, пожар. Прикинь, я свои туши ломаю все. Блин, я немножко... вот что все. Что такое? Все хорошо. Да ё-моё. Да ёшки. Есть здесь кто-нибудь? Во, здесь Юль на лестнице была, спасибо. Пожалуйста. Дотушить тут чуть-чуть осталось. Тут да? Что-то прям... Блин, дурацкая блин, лестница. Короче, я вот так. Да что ты будешь делать? Куда идти-то? Упала. Где горит-то? Что-то где-то... А вот это что такое? А где? А, вот. О, я что-то а, вырубила. А, ты снизу что-то... Электричество вырубила. Я не знаю. Ну, короче, я предлагаю просто... Ой, я вижу на тебе шляпу, кстати. А ты на мне видишь? А, мы, наверное... Нет, я на тебе ничего не вижу. Да? А я вижу. На мне крутая шляпа. Да, да, шлем. Все, можем уходить. Ну, конечно, твой шлем говно, но ты что, офигел, что ли? Так, а что? Найдите бонусный. Все, ничего не надо. Так, отличная работа. Не нашли мы бабло. Ну, слушай, и так заработали. Так, с 256 баксов, между прочим, что, неплохо. Что, да, лежать? А, ты сам все нашел. В лобби, да? Я тебя отправил в лобби. Итак, я все на месте. Новая локация у нас не открыта, но... Хотите посложнее немножечко? Да! А, вот новая локация. Опять спасение, но давай сложно. Давай. Че, мы лохи, что ли? Так. Я готова к новому экспириенсу. Я хочу... Не надо. Я? О! Здорово. Все нормально. Я хочу себе купить... Ты что сделала? Мужика загасила. Мы этого не видели. Нечего все... в телефонах сидеть. Так, сейчас, одну секундочку, зайду в магазин, куплю крутое снаряжение. Я хочу купить себе... Тут футболки, ё-моё. Жалко, оно вот реально не видно. Я возьму вот этот огнетушитель. И как его напялит-то, Юля? Напомните мне. Наборы, да. Да, да. И поставлю себе огнетушитель. Все. Ты готова выступать? Да? Сейчас будет жестко, ты в курсе? Слушай, это, короче, да. Зона присвоения. Короче, сюда весь хлам можно сбрасывать. Мы тачку можем... Ну, не сейчас. Это... Юль, сейчас запустится.
тебя запустила. Надеюсь, да. Ладно. Ракета в космос сейчас запустится. Получите как... спасение, да, я тебя вижу. А я как... Блин, а где у меня? Не понял. Ну ты вот, ну, такой нормальный. Ладно, пофигу. Чел. Боже, это какая-то... А куда здесь? Ну, типа, чего? И знаешь, сколько на троечку, видишь? Срочно, сейчас уже умирать начну. Ой, ужас. Ой, слушай, здесь быстрее огонь распространяется. Выключатель, где вы? Ага. Забирай мужика. Он твой. Так, давай. Я пошел дальше. Трш. Все, отлично. Сейчас. Здесь. А как вонь-то стирать? Надо окно разбить, да? Да. Спасибо, бабка. Без тебя помер бы. Или вентилятор включаешь. Вот. Открыл окно. Вентилятор не вижу. Ну, если есть, если так, кондиционер здесь есть. Здесь человек в бой. Если есть чувство юмора. Мужик. О, а, я еще одного дверь нашла. Нормально, тут все горит вообще. Все, спасаю. Слушай, ну мы даже на службу с тобой справляемся. Ну, потому что мы профессионалы. Так, пошли, пошли. Хотя уже, кстати, очень много сгорело. Да? Людей сгорело. Юль, возьми мужика, пожалуйста. Блин, да я хоть позанимаюсь каким-то делом. Мужчин щупай, бабка. Тебе дальше, точнее, в другом месте не дадут этим заниматься. Так, пойдем. Все, наконец-то. Блин, дверь жесткая, долго выбивать. Так. О, здесь коробки. Это что, бомбануло? Что это было? Юль, по-моему, там что-то... Ой, так. Что-то плохо. Вот, здесь, ага, выключила. О, что-то уже начинает что-то взрываться. Ой, баки какие-то. Так. Огнеборец? Ты что? А что, кто-то баллон селфи делает? Нормально вообще, тут все горит. Селфи-то. Ну да, вообще. Баллоны взрываются. Миш, гаси их. Все, кого? Гаси. Так. Ой, у нас кто-то отток. А, я упал. Я разбился немножечко. Так, только четверых спасли. Это маловато как-то, наверное. Так, Блин, надо быстрее. Так, так, водичка. Полная водичка. Фу вонь. Блин, не могу. А как где лестница-то, господи? А, вот она. У меня очень мало жизни. Потом, как бы, это, надо будет... Там что-то взорвалось, Да? Да. Так. Ты я иногда посматривай выкинула на тройку на телефон, можно увидеть, где... Так, Миш, я двоих выкинула. Так. Молодец. Ну, а, выкинула, смысле, но не доставила, да? Да, они на улице валяются, отдыхают, чили. Ладно, потом докинем. На чили, на расслабоне, так сказать. Жесть, тут пожарище. Один прям на горшке, ну вообще просто идеально. Все горит, а он такой... Так, да, на горшке еще одного нашел. Сейчас буду скидывать. Так. Деньги! Забирай. Куда ты пошла? Серить будешь в другом месте. Ой, ну ладно. Блин, я убил человека. Это, этого никто не видел. Прям перед я бабкой. Я видела. Нет, бабка не видела, ничего подобного. Я видела, я была свидетелем просто. Ладно, давай спасай. Давай, я его спасу. А как ты его откачаешь? Ну, не знаю, я его кинула туда в любом случае. А, у меня тут вообще жесть разгорелась. Все, где лестница, видишь? Как выше пробраться на этот дом проклятый? О, еще один человек. Опять все разгорелось, вообще только отошла. Так, у нас мало времени, мало... Слушай, ё-моё, клиент в опасности. Машинку можно забрать с собой. Блин, а вот кто бы принял мужика? Так, сиди тут. Тут нет таких. У нас все нормальные ребята. О, пошли. А почему? Вот здесь это что, не вода? Пошли, только лестница не страшно. А, ау, вот он. Так, нам еще одного бы найти, чтобы выполнить я миссию. Я нашла. Что-то взрывается. Он на улице валяется. Отлично, докидываю. Ё-моё. Докинул? Да, все, теперь можно еще кого-нибудь спасти, попытаться. Слушай, а на самом деле пора валить, иначе все бомбанет, да. Скорее в зоне выхода. Все, видишь, время заканчивается. Быстрее, ты докинул его? Да, 8 из 8. Все, я здесь. Валим. Нам вот сюда. А, сюда, да. Фу, черт, я даже видал деньги. Деньги, самое главное. Три огонька. Ну так мы не всех спасли. 518. Ну мне, кстати, понравилось. На сложном более интересно, согласись. У нас открылась новая локация. Ты готова к ней? Да. На суперсложном. Все,
Так, а все. Почему мне не хватает места, инструментов? Ну-ка. Как это? Начальный набор. А что это за... А, типа какая выкладка? Слушайте, немножечко использовать пиццы. Вот эту выкладку. Юль, на моей башке что-нибудь сейчас есть? Ну, твоя кепка, шапка, это... Ну, его? Пожарного. Пожарного, да. Все. Она мне ничего не... Там выкладку нет. Просто надо правильно выставить. Какая? Слушай, я могу купить новую машину. Миш, а как это сделать? Вот смотри, у тебя есть наборы. Так. И у тебя вот какой выбран, да, и ты должна просто использовать эту выкладку нажать. А, что, я в шапочке? Есть, ты в шапочке, серьезно. Как тебе, мой прикидон? Ну вот, наконец-то, слушай, тогда только из души. Стоп, я тогда такие трусники себе куплю, а штаны у меня какие-то тоже дурацкие. Так, у меня 1000 баксов, я богата, просто, ты видел, для чего я деньги-то зарабатывала? Сейчас я себе куртяху куплю крутую. Сейчас я себе тоже что-нибудь. Баксов, что-нибудь 700 баксов, что-нибудь. Так, 1000. Во, буду таким. Все, и так осталось только тебе. Ебой. 850, все. Блин. Ну-ка, я теперь красавец, наверное. Так, сейчас мы закупимся и побежим. О май гад. О май гад. Это красота. У меня, кстати, огнетушитель есть, смотри. Ладно, пошли. На, попей. Сейчас тебе ты попьешь. На, попей. Выставляем. Блин, почти тебя прищемило. Я что, красиво выгляжу? Я, блин, даже со стороны не видела, как я... Ну, увидишь, не насколько проблема. Насколько я крутая. Так, побег. Найдите выход поспешите. Из здания, блин. Зря одевалась. Да, никто не увидит. Я увижу. Так, надо с топором носиться. А это... Все. О, разбивай. Пошли, пошли. Так, здесь огонечек. Да, только аккуратно. Здесь, смотри, что за турель? Надо ее отключить. Да. А как? Так, лестница нельзя. Что он говорит? Нажмите Е, поднять предмет. А что нам тут поднять? О, все, она отключилась. Быстрее прорубаем. Блин, я не знаю, все, я прошел. А где? Ты где? Я здесь. Так, отлично. Здесь о, везде вон. Во, кнопка. Давай. Ой, я наоборот включил. Все. Так, все работает. Так. Так. О, тихо-тихо, здесь взрыв. Тихо. Так. А что на нее? Миша, а вон, надо железная банка. А. Будет нет, работать. Нет, а над этим. Водой. Не, водой, видать, надо железную какую-то фиговину. А чё, надо включить? Блин, надо кинуть, что ли, Миш? А чё, как кинуть-то? Блин, да ё-моё. Я не как могу. Как на четвёрку, что ли, брать? Или чё? Как лестницу? Лестницу нельзя в этой миссии брать. А-а-а. Так, ладно, здесь ещё вот лестница какая-то есть. Я вижу вон там какую-то штуку. Дайте вот эту штуку. А как? Ладно, я сама раскручу, что ли, или чё? Сейчас, я открыл. Но... Вот там какая-то сверху, смотри, красная кнопка. Да, но... Да. Сейчас, погоди, надо, наверное, нажать. Давай бочки выставим. А, вот, точно. Давай. Так, ща. О, ударил током. Все, пошли. Все, ура. Фух. Так, дальше у нас тут вот какой-то... Тоже жми... Сейчас бочку. Нажала. Отходи. Нажала. Блин, сломал. Тихо-тихо. Не знаю, тут работает... Все, заработал. Ой, я умер. Юль, подними, пожалуйста. А где ты, где ты, где ты, где ты, где твоя... Блин, пушка? Я в самом начале где-то. Ну беги тут недалеко. Я не могу, я типа мертвый. Тебе папа. Нужно назад, где конвейер вернуться, что ли. Так, я спасу тебя. Это не то. Нужно именно назад вернуться. Надеюсь, так. У тебя получится, бабка. Я... Вот слева, вот. Ты видишь меня, да? Да. Что с тобой? Ой, делать? Спасибо, поднимаешь. Ой, спасибо тебе большое. Ой, спасибо тебе большое. Все, пошли. Ты настоящая бабка. Так, да, пойдем. Я знаю. Что здесь, просто перепрыгивать? Да, вот так. Все, отлично. Идем. Вот здесь вот надо. Надо замкнуть. Бочку давай. Я просто от... меня током ударил, и я это. Помер. Вот, все, заработало. Вот сюда, вот на сюда. Лифт, что? Ой, это пресс какой-то. Не, а он... вот здесь вот иногда как будто открывается. А, он, видишь, надо быстро. Так, сейчас давай насчет... Сейчас... Поперли. Я здесь. А, я не успел. Блин, о! Спасибо все, большое. Блин, тут в кооперативе надо. Так, грузовые поддоны, надо пропрыгать так. Правильно, да? Да. Все. Вот здесь выход, Юль. А где? А здесь я везде куда? Выход, правильно, все. Ничего стоп, себе. Все, а все, все, все. Нас... Мы ага. С тобой монстры. Слушай, а здесь столько разнообразия добавилось. Жесть.
много чего прошли. Я думаю, на сегодня достаточно спасений, достаточно дичи. Может быть, еще вернемся, если хотите. Как-никак открываются новые локации, новые миссии. Новые костюмчики. Да. На этом мы закончим. Всем хорошего настроения. Всем пока. Попейте. Сама попей. Да. Всем пока.